настоящей седмице у нас будут службы совершаться во вторник в память святителя Марка Ефесского и, как обычно, в субботу и воскресенье. Дай Бог вам крепости и сил, дай Бог, чтобы ваши сердца наполнялись любовью Божией и божественной энергией, чтобы вы могли эту энергию использовать для того, чтобы поддержать своих близких, духовно поддержать, подкрепиться. Да и всякое общение с людьми, которые побывали в церкви, всякое общение, оно только плодотворно и благотворно сказывается на других людях. Дарите любовь, дарите радость людям. Пускай все знают, что христианин – это тот человек, который источает сострадание, понимание, который поддерживает любого человека в трудностях его, потому что его поддерживает сам Господь. И через вас Господь поддерживает того человека, который к вам обращается, который так нуждается, может быть, в этой поддержке, но не имеет возможности прийти в храм или еще не созрел для этого. Так вот, через вас он может получить Божью любовь. Не забывайте об этом. Храни вас все, Господь. Участники, выслушайте благодарствие. Слава тебе, Боже, слава тебе, слава тебе. Благодарю тебя, Христос, благодарю тебя, Христос, благодарю тебя, Христос, благодарю тебя, 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 благодарю т